Друзья, всем привет! Несколько раз уже натыкался на Алиэкспрессе на вот такое устройство. Для эксперимента взял лимон, ну и доску разделочную с ножиком. Попробуем. Отрежем от лимона одну часть. О, действительно, обратите внимание. Примерно такое количество сока. Давайте попробовать еще рядышком вкрутиться. Много вытекает. Нет, начинаем съезжать в сторону куда-то мы. Так, а если просто попробовать помять лимон? Понятно. Мне кажется, тут еще очень много сока осталось. И чтобы в этом убедиться, я, пожалуй, возьму соковыжималку для цитрусов и попробуем отжать оставшийся сок. Посмотрим, сколько же мы еще потеряли бы. В принципе, полностью я его опустошил. И по итогу мы имеем еще довольно-таки неплохой объем лимонного сока. Да, удобно будет опрыскивать, например, салат, либо рыбные блюда, чтобы не поливать, а именно опрыскивать. На практике же больший выхлоп мы получим, если просто отожмем лимон с помощью цитрусового отжима и полученный лимонный сок используем в своих кулинарных целях. В принципе, стоит совсем недорого и для разнообразия можно приобрести. Всем спасибо за просмотр. С вами был Диман Манаваров. До новых встреч. Пока.